Спасибо. Тебя прощение, у меня отписки. Спасибочки, спасибо. Всем привет. Вообще, мне как-то грустно, скучно, потому что мне никто ничего интересного не спрашивает, не пишет. Как-то мне... Спасибо, дружочек. Как ваши дела? Я вот сама листала, бывают эти эфиры такие вообще попадаются тупые, когда сидят, просто вообще молчат. Сейчас у меня какой-то такой. Спасибо. Замуж? Ой, не знаю. От такого, такое не загадываем. Не знаю. Всем привет. Окей, ну не надо мне писать вот так вот спамить. Я сейчас заблокирую. Я заглушу. Всем привет. У меня ничего. У меня нету. Чтобы такого вкусного. Опять на ночь, это вообще самая ужасная идея. Привет, есть на ночь. Хотелось бы... Что? Так. Сейчас посмотрим. Жизненная, надо делать то, что хочется. Ну да, поэтому можно вообще нажираться. Я и так пропустила неделю зала. Вот эту. Никуда не ходила. Прикиньте. Очень хотела, но так вот вышло. Привет, я из Беларуси, с Дзержинска приходила, если ты девушка. Нет, спасибо, не надо. Спасибо за предложение, конечно, но нет. Всем привет. Нет, я не из Минска. Как можно приятно порадовать свою полторашку? Подумайте. Так, с 4 месяца отдыха были. Я хочу тоже уже, ну, зал поскорее, потому что как, даже вот эта неделя прошла, как будто я максимально отвыкла за эту неделю. Да больше, полторы недели я не была в зале. Вот так вот. Я не в Москве. Я в Дзержинске. Надо, наверное, уходить. Мне просто так скучно, реально. Hope you will be free one day. Дзержинск-то в Беларуси находится. Да, Дзержинск. Наверное, я пойду, потому что, не знаю, нет состояния у меня сидеть тут. Мне его испортили.
Да, короче, всем спокойной ночи. Я пойду. Всем пока.